Всем привет! Сегодня у нас на улице такая темнота, весь день идет дождь. Климка сейчас спит. Вот. А, знаете, дома убирались. Вроде казалось, уже половина убрана. И сейчас с этой кухни опять грязно везде. Вот в обуви ходят. Так что можно было вообще не убираться. Сейчас заново все начинать надо. Но ничего, сил у нас много. Молодые, слава богу. Аллергия отходит потихоньку. Так как на квартире пока еще делать мне нечего, потому что мусора еще очень много, есть и будет. Пришла домой. Сейчас чай попью, покушаю. Мама картошку наварила и печеньки вкусные купила. Чудик, тут как тут, тут как. Ты что такой шустрый, а? Тихо-тихо-тихо, твой носик буду жмакать. Скоро действительно единственное отличие Маки от пилота будет бесхвостость. По отсутствию хвоста мы будем отличать Мака от или пилота. А ну-ка, он лает прям с тобой, когда прихожу, он лает. Маку можно заткнуть, а этого нет, потому что он еще глупый. Мы с Климатиком смотрим видео про касаток, про морскую жизнь, очень интересно. Пилотище здесь меня кусает. Он такой зануда ужасный. Отстань от меня. Ну вот ты сегодня отстанешь от меня. Клим, ты кого боишься? Я какаку. Мама, вот какака. Касатка. Она кого хочет скушать? Бабу. Да ну, она не будет меня кушать. Ай. Будет, если вы в воду попадете. А я не полезу. А, да. Она да. Хочет скушать тюленя. А, да! Кого касатка хочет скушать? Тюленя. Клима! Клима? Да! Все. На воду ты не пойдешь. Отстань от меня, отстань от меня. Он в воду не пойдет, а? А ну ты молодец. Ой, какака! Касатка, она близко подплыла. Да! К берегу. Клима! И Мака тоже смотрит. Мака там тюлени, ей не нравятся тюлени. Мака там тюлени. Смотри, она сейчас съест тюлени. Да. Ой, какаку. Касатка злая. Климка боится. А, нету. Поймала. Как жалко тюлени. Ой, смотри, поймала. И Маке жалко. Жалко, да, тюлени? Да. Тебе жалко? Да. Маме очень жалко. Еще одна касатка! Еще одна! Что ты с ней сделаешь, с касаткой? Бак! Как ты ее бак, если ты ее боишься? А он под телевизор идет бак. Ты боишься касатку? Да. О, и мама боится. Давай ой, вместе бояться. Тюленю. Ой, тюленю. Тюленя, да, сейчас скушает. Вот мама. Это мама тюленя, а она скушала сыночка. Теперь мама тюленица осталась без сыночка. Жалко, да? Да. Эти собаки. Пить. Сынока.
собачьи бои. Смотри, сколько их уже. Мака бешеная. Нас показывает любовь. Не паника. Не дает. Забери. Попробуй. Забери. Хочет, чтобы с ним играли. Давай. На, неси. Неси. Да. Неси сюда. Да. Давай. Мака, помолчи. Там гиены противные, ей не нравится. Не самый противный гиен. Вараны. Так, нет, надо, чтобы пилот принес. Пилот носит. Не надо, ты его зубки вырвешь. Да он сам не отпускает. Поиграй с пилотиком. Мака, успокойся. Мама тут какой-то вкусный пирог. Привет, будем пить чай. Дим уже поехал. Привет. Пирог мясной. Ух ты, с мясной? Мясной. Дим будет попозже. Надеюсь, волка там нету. Давай еще. Включай. Вот так, молодец. Танцульки такие прямо. Он соскучился по своему... Как он называется? Первые шаги. Ой, еще. Еще? А что собачка лает? Клим, ты зачем здесь все раскидал? Без тебя тут хватает. Я смотрю, вот по этому. А ну-ка посмотри еще, что там видишь ты, Клим, посмотри. Саша, там сверху тоже уголок надо. Да. Обязательно, там, потому что кое-где выше, кое-где ниже. Вот там дядя. Дядя сверлит. Это сверлит? Все, сына, пойдем пока. Пойдем. Не бойся. Let's go, Клима. Мы идем домой, да? Да, вот он. У бабы насиделись. Во что ты играл у бабы, расскажи. В гараж. В гараж он играл, а еще во что? Игру. В какую игру? Да, три. Раз, два, три? Да. А поцелуй маму. Мое солнышко, скажи бабе, баба пока и деда пока, мы идем домой. Домой, кака. Всем пока. Пока. Баба, пойдешь целовать? Пока. Иди бабу целовать. Давай. Пока. Скажи, баба, целуй. Он варан. Сына, ты варан? Вставай на ножки. Я боюсь. Ну не надо быть таким. На ножках надо ходить. Ты мальчик. Все, сынок, давай бабу целуй. Давай. Давай. Деда. Деда. Кака, я домой. Пока, пока. Давайте, давай. Все, всех поцеловал. Молодец. На ночь глядя опять собачьи бои за косточку. Опа. Да. Вытащи, выкини ее. Не, купили, мама.
Нет, правильно. Он мне говорит, мама, купи мне сосу. Сын, а что у тебя во рту, скажи? Это он сосу нашел, представляете? И что, ты будешь так спать? Как дурачок маленький. Тебе сосу купить? Да. Ты хочешь сосать сосу? Да. Я не могу, меня так смешит и радует. Ну не надо грызть. Это же кака. А ну-ка давай посмотри в камеру, давай вытащим всякую гадость. И больше не соси, не надо. Нет, мама, купи сосу. Куплю, ладно. Мама, иди гуляй, мама. Мне уйти гулять? Да. За сосой? Да. Нет, сегодня уже не пойду. Скажи всем пока-пока. Пока. И воздушный поцелуй. Пишет Happy Настя. Как всегда, позитивное видео. Спасибо большое. Екатерина, планируете ли вы когда-нибудь выезжать из Алматы, переезжать? Я уже как-то говорила, что нам здесь очень хорошо живется. А когда все хорошо, я думаю, не стоит искать что-то лучше. Так что мы никуда уезжать не собираемся, разве что сменить место жительства ради аллергии. Но пока у нас шансов, желаний и возможностей нету этого сделать, и от своей мамы я никуда не уеду, потому что я не представляю своей жизни без нее. Если мои родители бы за мной поехали, то, возможно, бы я выбрала какой-то более подходящий для меня и для всей своей семьи климат. А пока нам и здесь хорошо, с аллергией собираюсь бороться, лечиться. Спасибо большое за комментарий, за ваши теплые слова. Всего самого наилучшего. Увидимся завтра. Пока-пока. Смотри, пилот куда залез и сам в шоке. Ты вообще обнаглел. Я говорю, они скоро будут настолько одинаковы, что единственный отличительный знак – да, отсутствие хвоста. Ага, а ну-ка. Рычит злюка. Калюка. Лиза открывает пони. Лима открывает панду. А Жорик открывает тоже пони. Давай. Лима, у тебя есть киндер. Открывай. Нет, пони на пони.